Где же Маша? Ведь она обещала сегодня помочь мне. Ку-ку! Привет, Маша! Привет, Барби! Ты представляешь, Штефе пришлось срочно вернуться к себе на родину. Я совершенно не справляюсь сама. Посетителей становится все больше и больше. Клиентов в салоне уже много. Мне так нужна помощница. Хорошо, что ты сегодня смогла прийти. Но что же мне делать дальше? Сейчас я тебе помогу. А потом тебя ждет сюрприз. Сюрприз? Да. Надеюсь, хоть он будет приятный? Да, он будет очень приятный. Маша, а что это? Что это? Скажи мне. Большой-большой секрет. Ну хорошо, тогда будем работать? Да, будем начинать работать. Открываем салон. Открываем. А вот и первые посетители, Маша. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Как вас зовут? Я Белла. А это моя маленькая дочка Катрин. Очень приятно, Белла и Катрин. Чем мы можем вам помочь в нашем салоне? Вы знаете, у моей Катрин сегодня день рождения. Ей исполняется 4 годика. Ура! У меня сегодня день рождения! Я бы очень хотела сделать этот день для нее незабываемым. И, конечно же, я очень надеюсь, что вы мне поможете. Да, мы с радостью вам поможем. Маша, как здорово, что я заказала детские модели. Ты можешь их показать Катрин и Белле? Да, могу. Сделай это, пожалуйста. Это первый вариант. Очень красивое платье, светло-розовое, как сказала Маша, с серебряными разводами и красивой белой вставочкой на груди. Тебе нравится? Ну да, но я бы еще хотела посмотреть. Итак, это второе платье. Голубое, с алой розой на талии. Ой, какое красивое, мама! Я тоже хочу его померить. Это третье платье. Роскошное, белое, с бантиком на груди. И его юбочка усыпана блестящими сердечками. Ой, какое красивое, мама! Очень хочу такое! Это четвертое платье. Роскошное, самое роскошное. Розовое на груди с золотыми узорами. Это платье-цветок. Ой, мама, какое красивое! Я обязательно хочу его померить. Пожалуйста. Итак, какие платья вы будете мерить? Хочу голубое, хочу белое и платье-цветок хочу обязательно померить. Итак, Машенька, бери Катрин, голубое платье и идите в примерочную. Хорошо. Ну как, Катрин, посмотри в зеркало. Ой, красивая. Мне очень это нравится платье. Померим белое. Да. Итак, Машенька, бери Катрин и идите в примерочную. Хорошо. Катрин, ты такая доченька красивая, прямо как принцесса. А это платье подходит и на бал, и на выпускной, и даже на свадьбу. Катрин, по-моему, тебе очень хорошо. Да, но я хочу еще померить платье-цветочек. Хорошо, иди примеряй. Как вам третий вариант? Платье-цветочек. Мне нравится. А вам, Белла? Вы знаете, мне очень понравилось белое. Я думала, что мы возьмем его. Но это платье действительно очень красиво, Катрин. Ты какое хочешь, Катрин? Я хочу розовое платье-цветочек. Оно очень идет к твоим волосам, глазам и к цвету кожи. Ты выглядишь как настоящий цветочек. Да. Мне очень это нравится платье. Белла, а как же вы? Ведь сегодня не только праздник у Катрин, но и у вас тоже. Давайте мы и вам подберем какое-то красивое платье в тон вашей дочери, чтобы вы смотрелись, как мама и дочка. Я предлагаю вот это платье. Давайте посмотрим. У Машеньки хороший вкус. Очень красивое. Вы знаете, я не думала о том, что я выберу для себя наряд. Но оно такое красивое, что я хочу его примерить. Пройдемте в примерочную. А тебе, Катрин, пока мама наряжается, давай-ка сделаем прическу. Давай! Катрин, ты такая красавица! Да, мне Барби сделала прическу! Катрин, и твоя мама такая красивая! Да, Белла, вам очень идет этот наряд. Вы знаете, мне и самой нравится. Розовый цвет очень подходит и вам, Белла, и Катрин. Мне очень нравится этот наряд.
Он такой красивый, нежный. Ну что, вы покупаете эти наряды? Да, мы с радостью приобретем эти роскошные розовые платья для Катрин и меня. Мы очень рады, что смогли вам помочь. С днем рождения, Катрин! Всего хорошего! Барби, Маша, вы так нам помогли! Мы сегодня будем отмечать день рождения Катрин вечером. Приходите к нам на праздник. Да, спасибо. Придем с удовольствием. С праздником вас! Прекрасного настроения! Пока-пока! Пока! Барби, ты так затрудилась, что ты забыла про сюрприз. И правда, Маша, я так увлеклась. А какой сюрприз, кстати, нас ждет? А сейчас он придет к тебе. Как придет? Это что, ходячий сюрприз? Сейчас все увидишь. Добрый день. Здравствуй, Маша. Привет, Штефи. Здравствуйте, Барби. Здравствуйте. Штефи, присаживайся. Спасибо, Маша. Ты знаешь, Барби, в чем сюрприз, Маша? Она познакомилась со Штефи и узнала, что та начинающий дизайнер. Да, это правда. А еще Штефи очень хотела бы поработать в салоне. В салоне моды. А ведь тебе нужна помощница, и поэтому Маша приготовила для тебя вот такой чудесный сюрприз. У тебя теперь появится помощница Штефи. Здорово! У меня опять есть помощница, и ее зовут Штефи. Маша, Штефи, я очень рада. Спасибо вам, девочки. И подруга появилась как раз. Я всегда рада новым друзьям. Спасибо, Маша. Пожалуйста. Штефи, ты можешь приступать прямо сейчас. И мы ждем новых клиентов. Наш салон Барби. А теперь мы прощаемся. Всем пока. Подписывайтесь на канал Обнимашки с Машей и ставьте лайки. Всем пока! Пока-пока! Пишите, да? В комментариях, любите ли вы салон Барби или не любите.